Где галочка? Расписывайтесь. Угу. Галочки. Так. Где личная подпись на строчке. С 1 февраля паспорт гражданина Российской Федерации можно получить во многофункциональных центрах всех регионов России. Ранее в МФЦ проводился только прием документов, а выдачу осуществляла Федеральная миграционная служба. Теперь процедура стала удобнее. Куда сдал необходимый перечень, там и получи готовый документ. Услуга предоставляется в соответствии с административным регламентом. Срок составляет 2 недели. То есть паспорт мы меняем по достижению 14-летнего возраста, по достижению 20-летнего возраста, по браку и, соответственно, по достижению 45-летнего возраста. В перечень документов входит обязательное наличие 2 фотографий, 3,5 на 4,5. Приветствуется, конечно, цветная фотография. Государственную пошлину в размере 300 рублей, допустим, если вот по замене тех обстоятельств, про которые я говорила, стоит 300 рублей. Если вы меняете паспорт по негодности, он стоит 1500. То есть все это можно сделать здесь у нас, и государственную пошлину тоже, соответственно, можно оплатить в МФЦ. То есть нужно, необходимо собрать только все необходимые документы, связанные с оформлением. Если, допустим, по 14-летнему возрасту, то это свидетельство о рождении обязательно ребенка должно быть. Если по браку, это свидетельство о браке. Если по 45-летнему возрасту, то есть только нужно оплатить государственную пошлину, также принести цветные фотографии. Список документов, необходимых для замены паспорта, а также график работы МФЦ, можно найти на официальном сайте учреждения. Многофункциональный центр Копейска находится по адресу улица Борьбы, 14.